Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, на Просвещение. Давайте смотреть новинки вместе. С наступающим вас Новым годом! Чашка для глитвейна 280 мл. Если честно, я даже не знаю, что это такое. По-моему, что-то подогревают. Но стаканы у нас будут. Стекло 149 рублей. Одна чашка, представляете? Одна чашка 149 рублей. Это же пипец просто. И еще вот такие. Ну, такие у нас как-то одно время были. Тоже 280 миллилитров. Стекло. А здесь цена 55 рублей. Эти за 55 рублей. И чем они отличаются? Наверное, качеством стекла. Появились интересные дуршлаги за 199 рублей. Изготовлен из нержавеющей стали и термопластичной резины. 20 сантиметров в объеме. Ручки черненькие и оливкового цвета. У нас в двух цветах. Появились интересные лопатки кухонные за 99. Сама лопатка на ощупь такая, как прорезиненная, но твердая. А снизу она эластичная, мягкая. Интересное решение. Изготовлено из нержавеющей стали, термопластичной резины и силикон. Набор слайсер для сырной нарезки, удалитель сырной корки. Состоит из двух частей. Вот они складываются друг в друга. Вот, смотрите, удалитель корочки. И вот нарезка сыра. Штопор. Даже к этому подготовились. Но что-то он такой хлипкий, весь дребезжит. Я так думаю, он ненадежный. Цена какая? 99 рублей. И состоит он... Состав цинковый сплав, полипропилен. А полипропилен где? А, внутри вот. Лопатка для торта 26 сантиметров за 77 рублей. Набор овощечисток, 2 штуки. Тоже ставлено один в один. Удобное хранение. Эргономичная ручка. Вот так как пластиночками режется, так и соломкой. Подставка для ножей. Такая тяжелая, притяжелая. Здесь какие-то, даже не могу понять, что это, как щетка вот подметать, такие же стоят щетинки. Подставка для ножей 199 рублей. Универсальная подставка позволит хранить ножи и ножницы любой формы, вне зависимости от их размера и лезвия. Идеально для хранения керамических ножей. Тяжелая-тяжелая прям подставка. Интересная. Вот такая вот еще есть. Белая. Губка для мытья посуды ароматизированная. В наборе 7 штук. 51 рубль. Банка
для сыпучих 2 литра. Очень красивые. Деревянная крышка. Нет, не деревянная. Имитация дерева за 99. Цвета разные. Изготовлена из жести. Посмотрите, какие красивые декоративные LED-светильники. В ассортименте черное, серое, белое и красное. Мне вот красное больше всего нравится. Она даже не красная, а бордовая. За 199 рублей на батарейках. Очень красиво. Звездочки так мерцают. Удлинитель сетевой. 3 гнезда, 3 метра. Без заземления. Эксклюзивный дизайн. 149 рублей. И также у нас есть такой сетевой фильтр, сетевой. Эффективная защита вашей техники. Здесь уже с заземлением. Защити свою технику. 1,5 метра. И вот это вот место отключается, когда перегрузка. Опять новый скребок у нас появился для очистки стекол автомобиля от снега и льда. С мешочком. Еще и в синем цвете. Вот таким образом выглядит. Конструктор музейный экспонат. Трицератопс. И внутри скелет. Можно собрать вот такое чудовище. Они там все разные. А это у нас кто? Мамонт. Еще стегозавр за 199 рублей. Опять у нас новинка за 199 рублей. Автомат с напитками. Игровой набор повторяет принцип действия настоящего торгового автомата. От 6 лет даже можно кидать денежку туда. И будет, наверное, вылетать напиток. Смотрите, какие появились часы. 3 в 1. Можно подвесить на стену. Магнит на холодильник. Отлично. И Эйфелева башня. 199 рублей. Вот эти часы мне понравились больше всех. Опять новые кабеля или кабели USB за 77. И камуфляж разных цветов. С функцией передачи данных и зарядки. В канцтоварах у нас тоже новинки. Посмотрите, какие рюкзаки. Яркие. Даже лисенок есть. А еще у нас что-нибудь, кто-нибудь есть. Давайте сейчас посмотрим. Я поснимаю. А вон еще кто. Динозавр. Сто девяносто девять.
с Божьей коровкой мне понравился больше всех. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.